В преддверии празднования 150-летия чувашской письменности вопросы сохранения и развития чувашского языка, национальной культуры и искусства глава Чувашии Олег Николаев обсудил с творческой интеллигенцией республики, артистами, режиссерами, писателями, художниками, журналистами и молодежью. Актуальными темами встречи стали создание видеопродукции и издание детских книг на родном языке, подготовка актеров и режиссеров для театров и открытие новых востребованных специальностей на базе профильных вузов республики, развитие чувашского языка в социальных сетях и другие. Глава региона отметил, что в республике многое делается для сохранения и развития чувашского языка, национальной культуры и искусства. На чувашском языке выходят газеты и журналы, вещают радио и телевидение. Все больше входит в нашу жизнь чувашское кино. Все это – основа для развития родного языка. Но чувашии есть куда стремиться. Если ребенок будет с детства усваивать чувашский язык и чувашскую культуру, то в будущем он будет окружен родным языком. Большое значение имеет внедрение цифровых технологий. Если будут современные видеоигры, анимация и приложения для планшетов на чувашском языке, то и дети будут больше интересоваться родной речью.